легкий мягкий шорох и трепетное шипение. Этот проигрыватель еще не потерял своего звучания, хотя родом из прошлого века. В годы Великой Отечественной на привале или в госпитале солдаты любили собираться вокруг патефона, рассказывает член военно-патриотического клуба Алексей Карачев. Люди танцевали под теплую музыку родных пластинок. Из динамика лились нежные песни Клавдии Шульженко и задорной Леонида Утесова. Все мечтали о скорой победе и мирной жизни. К сожалению, многие даже не знают, как играет эта пластинка сейчас. А те старики, которые сейчас вот слушают ее, даже вот прослезятся вот за прослушиванием. Потому что для них это все-таки ностальгия и очень давние воспоминания хорошие. А вот Алексей Мещеряков знает толк в оружии. В руках с легкостью держит легендарную винтовку, трехлинейку или Мосинку по фамилии конструктора. Ее вес больше 4 килограммов. Предпочтение в основном наши бойцы отдавали вот трехлинейной винтовке, которая была неприхотлива в обслуживании, очень проста, и там было достаточно немного деталей. То есть все, практически несколько простых движений, и оружие готово к бою. В Самарском дворце ветеранов почтили память героев Великой Отечественной войны. Для гостей приготовили выставку атрибутов военного времени. Можно было увидеть не только оружие, но и разные предметы быта – каски, форму и посуду. Также прошел концерт «Реквием. Священная война». Артисты читали патриотические стихи, пели песни и танцевали. Концерт завершился возложением цветов в Парке Победы. Важно помнить, важно чтить память. Даже если мы не знаем, как зовут героев, которые сложили свои жизни на алтарь Победы, но пока мы помним, мы не позволим ни переписать историю, не позволим, чтобы война вновь пришла на нашу землю. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.